Концерт посвятили Дню Победы. Атмосферу 40-х годов создали уже фойе Муниципального центра культуры. Легендарные композиции передали дух времени. В зале аншлаг. В первых рядах почетные гости, ветераны-труженики тыла, очевидцы событий Великой Отечественной войны. Теплые слова и приветственные речи открыли концерт. Мы бережно храним те традиции, мы бережно храним все, что было ими сказано нашими магаданцами, ветеранами Великой Отечественной войны, за все годы, когда они вместе с нами собирались здесь, в этом зале, когда они выступали перед нашей молодежью. Со сцены звучали стихи и песни военных лет. Концертная программа наполнила сердце радостью Дня Победы. Отозвалась нотами гордости за страну, горечи за погибших. Атмосферу внимания и заботы, теплоты и трогательности удалось передать цветами, которые вручили всем, кто волей судьбы стал частью истории, которая поделила жизнь миллионов на до и после войны.